Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд, автор научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Два моих прадеда – ветераны войн, один Великой Отечественной, другой Советско-японской. Но я, их правнук, вынужденно скитаюсь уже пятый год вместе с моей мамой и нашей старой кошкой. Попав в беду по типу квартирного рейдерства в коммунальной квартире в столице нашей Родины, в Москве. Чиновники не помогли нам на наши многочисленные заявления. Но нам нужна помощь, потому что нам негде жить. Я хочу приносить пользу науке России, но я вынужденно скитаюсь, находясь в тяжелейшей жизненной ситуации уже пятый год, с 23 января 2017 года.